Всем привет! В сегодняшнем видеоролике я вам покажу крутой скрипт для аниме Weapon Simulator. Для этого переходим на мой личный сайт, также ссылка на него будет как всегда в описании. Перед началом убедительная просьба, кому не сложно, кому не лень, нажмите хотя бы на одну рекламу. Далее на самом рекламном сайте побудьте около 10 или 15 секунд и в принципе можете выходить с него. А дальше, если у вас нет никакого чита, переходим во вкладку Exploits. И скачиваем любой предложенный чит, либо Star, либо Splash. Напомню то, что Splash используется с ключ-системой, Star без ключ-системы. Сегодня в ролике буду показывать Star. А далее, в поиске пишем название режима, нажимаем поиск. И на этот режим есть 4 скрипта, в принципе, какой вам больше понравится, тот можете использовать. Но я буду показывать первый по счету. Значит, чтобы получить скрипт, нажимаем кнопочку «Скачать». Далее еще раз скачать. И вот появляется скрипт. Как видите, все очень просто и легко. Мы его копируем, заходим в игру, открываем чит. В чит вставляем скрипт. Далее заходим в настройки и ставим любой DLL, который вам нравится. Напомню то, что Electronic RNL используется с ключ-системой, а VRDS без ключ-системы. Я буду использовать RNL. Дальше возвращаемся обратно. Нажимаем Inject и ждем, пока произойдет Inject. Если, смотрите, Inject долго не происходит, значит нужно еще раз нажать на него. И тогда получится. Вот, как видите, у меня получилось. Отлично. Дальше нажимаем кнопочку Xcode. И вот появляется скрипт. Так, ну, давайте тестить. Значит, где вот здесь написано Pick Wave From... фарм, а здесь получается это, короче, вид фарма, как вы хотите фармиться, то есть будете тпхаться, допустим, на мобов, либо же подбегать к ним, вот это вот не помню, твен как переводится, но можно посмотреть. Это мы, короче, подлетаем, окей. Ну, смотрите, самый беспалевный фарм это мувинг, потому что тут он вообще не палится, вы просто подбегаете к этому NPC и начинаете его убивать. То есть, естественно, нужно включить автоклик, и автоколлект. Все, отлично. И тем самым образом, как видите, мы просто автоматически бегаем к этим мобам, их убиваем, весь дроп с них собираем, и это вообще никак не палится, то, что у нас, допустим, включены какие-то читы. В принципе, я думаю, крутая функция с этим бегом. Дальше. Давайте проверим автооткрытие яйца. Это все отключаем. Также, кстати, есть Unlock All Game Passes. Смотрите, у меня ни один Game Pass не куплен. Нажимаем эту функцию. Перезаходим. То есть закрываем эту фигнюшку, заново открываем. И, как видите, написано то, что куплено. Но, честно, насколько правда это, я не знаю. Может быть, они просто написали то, что это куплено. Может быть, работает. Насчет этого я точно не знаю. Но сейчас мы можем это, в принципе, проверить. Значит, тут самое дешевое яйцо 50 тысяч стоит. Блин. Так, ладно. Тогда здесь выбираем яйцо. Тут какие-то странные значения. А почему они такие странные, я вот это не понимаю. Но, допустим, поставим вот самое первое яйцо. Так, и включаем функцию AutoBuy Egg. Да, как видите, получается самое первое яйцо. То есть вот это самое первое значение, это вот это вот яйцо за 50 тысяч. Ну как-то странно, почему-то названия ничего нету. Хотя бы просто было бы написано, сколько оно стоит. Тогда бы уже понятно было, какое это яйцо. Дальше. Автоэкип Best герои. Ну, у меня только один герой, по-моему. Да. Эту функцию показать пока что не смогу. Так, включаем опять эти все функции. Давайте сейчас быстренько попробуем нафармить 150 тысяч. И попробуем сделать тройное открытие. В принципе, когда я накоплю, мы с вами продолжим. Все, я почти накопил нужное количество. Все, отлично. Выключаем все функции. И давайте сейчас проверим тройное открытие. То есть, именно сейчас мы проверяем работоспособность геймпасса. То есть, как видите, мне дался геймпасс на тройное открытие. Написано то, что он куплен. И давайте проверим, так ли это или нет. Значит, подходим к этому яйцу. И нажимаем Multi-Egg. И, к сожалению, как видите, не сработало. Открывается только по одному яйцу.
Странно. А насчет других геймпасов я тоже точно не знаю, применились они, работают вообще или нет. Тоже вот здесь, короче, нюанс такой. Вот автоклик у меня написано есть. Давайте проверим. Вот автоклик геймпас у меня работает, как видите. Это четко. А дальше, какие тут еще геймпасы мне выдались? Плюс 3 героя Экьюб. Вот, скорее всего, он не выдался. А, нет, выдался, по-моему. Погодите. У меня написано 3 из 6 одета, но почему-то мне не дает больше одеть. Странно. А, давайте проверим тогда функцию AutoEQ Best героя. А, может быть, оденется четвертый герой? Нет, как видите, не одевается. И почему-то вот такая вот фигня происходит с одеванием. Короче, лучше самим одевать, как я понял. Окей. Что-то они все залагали сейчас. Давайте всех снимем. А, они теперь даже не снимаются. Прикольно. А, вот все, снялись наконец-то, отлично. И заново одеваем. Да, к сожалению, этот геймпас вроде бы как выдался. То есть у меня слоты есть, но почему-то остальные герои одеваться не хотят. Значит, геймпас не работает. А дальше. Fast Hatch, насчет этого я не заметил, был он или нет, может быть был. ГС2 мне это тоже не знаю насчет этого. Потому что я изначально не знаю, сколько мне до этого давалось монет. И получается удача тоже. Либо есть, либо нет. Ну и в принципе тут все по геймпасам. Ну ладно, я думаю на этом буду заканчивать. В принципе довольно крутой скрипт я сегодня для вас нашел. Кому он понравился, можете поставить лайк, подписаться на канал. Также не забывайте пользоваться моим сайтом. Ссылка на него будет, как всегда, в описании. А с вами был Эйзбан. Всем удачи и пока.